Здорово, народ, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Shadow Warrior, или по-простому Рубай Кромсай, как многие уже мне в комментариях писали и называли эту игру. Мне больше это название нравится, Рубай Кромсай. Мы остановились на этом месте, где рухнул палац, мы порубали всех вот людей вот в такой вот винегрет, вот сказать, и мы теперь должны отсюда уезжать, как я понял. Кат-сцена, садимся в машинку, ой, загорается человек, непонятно откуда появляется... Типа, ты меня довезешь туда, куда надо, окей. Какой-то наш дух, который нам помогает, видимо, фиг его знает. Ну ладно, давайте пропустим. Уровень завершен. Неплохо, неплохо. Итого я потратил на него, ну, немного. Ну, в принципе, ладно, продолжим. Вторая глава. На колесах, ну понятно, он и так здесь. Мясорубка на колесах, вот. Так, мы едем куда-то на машине в какой-то город, который уже весь разломался, сожгли его, как в Ассасинах. Не очень красиво, конечно, китайский городок такой, неплохой. Такой эпический выход такой. Ничего не понятно, потому что не по-русски. Мы не будем соблюдать правила, может это вообще не правило. Ну, берем нашу супер-мегу пушку. Стреляем, подрываем машину. Гаси, снова выстрела, ничего себе. Там что, пирожные, что ли, хранились с большим количеством сахара, что ли? Ну ладно. Вон там люди стоят. Они что, прыгают? Они дерутся, кажется. Тихо-тихо-тихо. Давайте посмотрим. Простите меня, я еще немножко болею. Черт! Заметил! Блин! Ух ты, черт! Как вы это делаете? Взрывай! Взрывай машины! Блин! Сотку, бабах! Давай, давай, давай! Я знаю, надо вот так вот делать. Вот так вот. На! Рубанул! А, хитрые, хитрые какие. Я сейчас вот так вот. Го, комбо, хо-хо-хо. Ты че меня твои проблемы ломаешь? А, не трогай меня, ты, не царапай. На! Смотрите, какой-то кристалл, его неплохо дали. Так, 8, чтобы так. Это, окей. Ты у нас какое-то сердце, что мы... Что это, типа как граната, что ли? Ну и чё? Окей. Возьмем нашу пушку, перезарядимся. А, ничего больше не выпало из них. Коповские тачки. О, сундучок, сундучок. Ну, неплохо, деньги люди тут хранят, прям на улице так, нормально. Велик розовый. Так, еще один. Видимо, люди любят кататься. Еще один. Гляньте, три велика. 4! 5! Это рама. Да, поломанная. Допрыгался кто-то. О, сок. Что, не работает, что ли? Ресторанчик какой-то китайский. Ну ладно. Непонятно. Там кассета была, да? Да, кассета. Ладно, что-то я слишком отвлекаюсь на это все. Машины. Коповскую тачку стреляем. Я говорю, стреляем. Вот так вот. Еще один, это будет 6-й же вел, наверное. Кто сколько насчитал велов, пишите в комментах, может я пропустил. Ох ты, нифига себе, какая-то борда. Ну, Borderlands, в смысле там. Нифига себе, ты что, живой что ли? Че, а, ну ладно. Сломанный, нерабочий, хорошо. Так испугал меня, гейм. А, это серьезный сэм, смотрите. О, господи, хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вот здесь вот. Черт, нельзя зайти, да? Черт. Ну что, придется зайти тогда, да? Давайте зайдем уже. Я возьму меч что-то, наверное, чтобы. У меня сердце он даже отображается в правом углу. Ой, не. Ты. Не, мы играем. Оп, оп! Чё? Они же палят меня чем-то, каким-то огненным, каким-то огнем, блин. Каким-то огненным, каким-то огнем, смотри, смотри, смотрите, о! О! А вот это вот, видимо, какой-то золотой, что-то я его могу толкать, конечно, но брать 8, сейчас мы 8 возьмем. Я не понимаю, фу, блин. Нам дает сердце, что ли, какое-то жизнь, что ли? Я не понимаю до сих пор. Видимо, когда мобы рядом, оно, скорее всего, как... Ну, пока поломается. Бам! Ой, зря это сделал. Наверное, надо было так.
Да нет, не сердце. Анархия, ломаем все игровые аппараты. Хотя я их в детстве очень любил. Похоже на казино какое-то, не люблю. Ну, чё ты не ломаешься-то? На! Ломай, круши все. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. О, это же эти игры, я помню. Да что ж там, блин, взрывается постоянно. Что-то они взрываются, но деньги с них не выпадают. О, можно у вас сок заказать? О, нифига себе, на 209, спасибо. Дверь одна. Мне кажется, они оживут потом и начнется... Ух ты, аптечка. Нет, пока брать... у меня 13 жизней вообще, да, осталось, так что лучше возьму. Да, да, они, кажется, живут потом. Ну, пока они такие, без... не живут. Ну, почему-то что-то с текстурками, что-то. Ну, ладно. О, замок. Вот это надо нам потом открыть, видимо, будет. А, они взрываются и взрываются, ля... ну, то есть, как бы, типа, для взрыва мощного, чтобы врагов, которые рядом находятся, их тоже откинуло там подальше. Ну, сломали, я и не ожидал. Опять куча крови. Вот, вот они ключи. Но сейчас начнется замес, наверное, бешеный, так что лучше. Да нафига мне это сердце? Так, ладно. Чувак, стой на месте. Стой. Кажется, шевель. О, там еще одна, смотрите, нычка. Фига себе, тут деньги есть, все есть, нормально. Нет, пистолет, наверное, хреновый. Короче, возьму вот это мачете. Делай, господи, блин. Открывай скорее и валим отсюда. Да. И, ага, хорошо. Сейф. Стартанули, тихо. Берем. Да ну нафига мне ваше сердце, господи. От сердца и почек беру цветочек. Тут их нету, кстати, а нет, вон там где-то были. Ну ладно, пропустили так и все. Ой-ой-ой, все взрывается. Пролезть не можем, да? Черт. Что тут взорвалось? Куча крови опять. Аптечка, деньги все берем. Деньги, конечно. Еще пару мечей, этот маленький, это типа второго, третьего уровня. Этот более мощнее. Чай. Очень люблю, спасибо. Ах, живопись. Нет, я лучше сюда, наверное. Хотя, не-не-не-не-не, я лучше внизу утону. Ух ты, фу, тут какой замес. Смотрите. А, это нычка. С фонарик можно как в Сендере, смотрите, вот так включить, очень классно. Ну или как в Outlast, не знаю. Мы должны эту хрень сломать сначала, чтобы нам как бы дали... Тихо, тихо. А, вот. Источник чего-то там. Ну, короче, понятно. Сейчас я попробую сломать. А, нет, надо сначала какого-то босса убить, что ли, или... Блин, надо сейчас ее починить. Все равно не починилась, блин, ну ладно, фиг с ней. Деньги забрали. Еще. Все забираем, все пригодится нам. Ну все, можем выходить на бой, честный. Я сделаю так. Коль на мне нападут, а на мне нападут. Нет, что-то не нападают. О, портал. На! На! Умри, сдохни, скотина, господи! Тыш. Да ты тебе же лучше, комбо, комбо! Бац! Бац! Рубаю всех! Рубай кромсай, на! На, тебя добью! Сердце, кстати, не работает вообще. Так это... это было типа... сердце берешь, и все, которые там возле тебя, враги, они как бы умирают. Что-то мы это не поломали еще? Ай. Что-то базарить. О, люк, может там сюда? Нет. Дверь обратно открылась, типа, значит, нам... Вообще-то рука. Так, теперь, значит, вниз, потому что мы убили демона, нам должны дать... Да, нам дали эту штуку. Ну. Как ее взять-то, блин? А. Я знаю. Сейчас. Вот. Баба! Есть!
Все, мы освободили портал, открылась дверь у нас, мы можем теперь выйти. 50 здоровья, окей, у нас сотка уже. Ничего, да, у нас окей. Хоть подсвечено, показано. Ну, тут, конечно, не запутаешь, но все равно приятно, что показывают они. Ой, блин, чертовы кондиционеры, как я их ненавижу. Вот так-то будет лучше и спокойнее. Ладно, кристалл. У нас уже какой-то навык прокачался, кажется. Надо сейчас посмотреть. А, ладно, потом посмотрю, фиксируем. Так. Патрончики нам нужны. И открываем двери. Есть. Сейчас неожиданный скрип, наверное, будет, нет? Я думал, как в Outlast выскочил на нас человек неожиданно. Все, все, что нам дали, вот это. Чай опять. Ой. Так, а вот еще можем это облутать. Вот это почему-то не открывается, блин. А вон еще деньги, кажется, были, да. Увидел, увидел. Велик, еще один. Блин, сколько тут великов, блин. Кто там? Розовый байк. Давай, умирай, скотина. Эй, фаерволы, смотрите, прощайте, кидаться, блин. Они меня взрываются еще как-то, блин, даже. Иди отсюда. Это, блин, что ты делаешь? Розовый мотоцикл. Он, кажется, сам бомбанул. Да, сам бомбанул. Господи. Ладно, возьмем сердце, попробуем сделать комбо какой-то, что ли, не знаю. О! Патрончики. Где враги-то? Давайте, нападайте мне. Сердце. Не даешь покоя. Как там было? Так. Патроны мне тоже нужны. Кондиционер, я вас боюсь. Я боюсь вас. Не надо, черт, все равно за... Да господи, и там еще кондиционеры стояли. Блин, свет мне, надеюсь, не коцнет. Как выходить-то? Что-то я, кажется, запутался. Блин, да вырубите эту сирену. Двери все закрыты, блин. Да господи, что ж тут все взрывается-то, блин? Сюда нам, наверное, да? Нет. Что за фигня? Куда идти? А, наверное, надо запрыгнуть как-то. Черт, нет. Тут вот чувак стоял. Это в дверях, блин. Здесь мы. Нет, да ну блин, куда же идти? Ну, наверное, попасскую тачку надо. Окей, спасибо. Новый автомат! Да. Какого фига, блин? Ствол-то возьми. Это гениально. Да, чувак, раздави их всех, к чертовой матери. Китайский автомат. Ну что, печь, не так уже, да? Теперь я не за... беззащитный, да, был? Теперь я с пулеметом. О, всех убью, да, есть. Красавчик. Ух ты, мне почти все дали. Зайчик, привет. Ой, извините, бани. Fuck you, bunny. Ну ладно. Да, разор. Ух ты, блин. Классная пушка, мне очень понравилась. Такое что мотище. Надеюсь, нам дадут что-то потом еще покруче. Так, наверное, это наверх нам. А может, за кролика дадут ачивку какую-то, если их буду убивать? Мне жалко их убивать, честно, ребята. Ну, деньги. Блин, денег дофига, надо их потом во что-то вкладывать в опыт в какой-то, что ли, не знаю. Там опыт, кстати, был, да. Надо потом пробежаться, почитать, что там можно. О, золотой слиток, нет? Простая шапка, что ли? О, печенька с прорицанием, помогите мне держать. Окей. Окей, чувак. Куда идти? Вот идти туда. Так, кто здесь? Кто здесь, бич? Ой, черт. Ты убил, да? Вот еще один был. Там тень была чья-то. Черт. Сдохни, ублюдок. А, вот еще, что, смотрите, аптечка. Тут есть динамит. Ага, нет никого. Хорошо.
Так, деньги. Всякие лут еще. Вот еще вещи у нас. Ну ладно, я думаю, на этом серию пока нашу закончим. Если вы смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, оставьте комментарий, ставьте большой палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Джесс. Это была игра Рубай Крамсай. Всем удачи, до новых встреч, пока.